Соратника Ассанжа задержали в Эквадоре. Соратник основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа был задержан при попытке улететь в Японию. Полиция Эквадора задержала близкого к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу человека. Об этом заявила министр внутренних дел Эквадора Мария Паула Рома. По ее словам, соратник Ассанжа был задержан при попытке улететь в Японию. Задержанный поддерживал контакты с экс-главом МИД Эквадора Рикардо Патинья. Напомним, 11 апреля Ассанж был арестован в посольстве Эквадора в Лондоне по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом от 29 июня 2012 года за непоявление в суде. 5 апреля WikiLeaks заявил, что Ассанжа собираются в ближайшее время выдворить из эквадорского посольства. Предлогом для этого якобы стал коррупционный скандал с офшорными бумагами, затрагивающими Марёна. Джулиан Ассанж попросил политического убежища в посольстве в 2012 году. С того момента он ни разу не покидал дипмиссию латиноамериканской страны в Лондоне из-за опасений ареста и экстрадиции в США, где его обвиняют в публикации секретных документов Госдепа. Журналисту грозит до 35 лет лишения свободы или смертная казнь. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net по материалам сайта newsgro.com.